что, друзья, всем привет! Сегодня на море. Шторм, ветер сильнейший. Волны, короче, блин, время без 15:06 утра. Приехали покопать. В общем, извиняйте сегодня за звук, если будет шумно. Ветер сильный очень. Поэтому как будет, так будет. Ладно, не будем терять время, погнали. Пока не жарко, надо походить. Что-то попалось. Сигналов вообще мало. Любимый десярик. Кострище. Кто-то леговал, наверное. В общем, тишина. Опять опередили. Друзья, посмотрим, что у нас тут. Наверное, пробыня какая-нибудь. Ой, глубоко, что ли? Что-то глубоко. Опа. Не? Да, наверное, пробка какая-то, да. Пробочка водочная. Вот это я, друзья, удачно зашел. Колечко. Колечко. Бижутерия. По-моему, бижутерия, да. Проб никаких. Все равно лайк. Ну вот, на сегодня коп на море подошел к концу. На двоих наши находочки. 2.40. 40, 40.
2.51, короче. Вроде бы. Если это пятерочки. А нет, двушечки. Значит, 2.45. Ну и колечко вот такое попалось. Бижутерия. Так что как-то не ахти сегодня. Ну, кое-что наковыряли. Надеялись на лучшее. Получилось, как всегда. Ладно, на этом все. Пока-пока. Увидимся. Я не богат, червонцу рад. Мне нужен клад. А, нет, а, клад.